В молодежном центре «Этаж» станицы Северской прошла интеллектуальная викторина «Своя игра». Посвятили ее году семьи, поэтому участниками стали семейные команды. Уже тот факт, что вы все вместе собрались за этим столом, чтобы вместе с детьми, всей семьей поучаствовать в этом мероприятии, это дорогого стоит. Игрокам предложили проверить эрудицию. Тему и сложность вопросов можно было выбрать. Время пошло. Во время музыкальных пауз настроение дарили солисты и детские вокальные коллективы. По итогам интеллектуального соревнования диплом за третье место получила команда «Кубанская семья», сборная Кравченко и Богдановых, второе место у семейства Маровых с одноименным названием команды, и победителями своей игры стала великолепная пятерка семьи Кузнецовых. Победители и участники мероприятия получили дипломы, призы и массу незабываемых эмоций.